В Челябинской области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ оценивается как эпидемическая. Превышение эпидпорогов зарегистрировано в 21 муниципальном образовании области. В регионе диагностировано 50 случаев гриппа, из них 43 случая свиного гриппа. На карантин уже закрыто 70 классов 26 школ и 4 группы 4 детских дошкольных учреждений в 10 муниципальных образованиях области. По сообщению пресс-службы регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в области зарегистрировано 30 376 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 38%. Диагностировано 78 случаев гриппа в 12 муниципальных образованиях. За прошедшую неделю 443 южноуральца заболели внебольничной пневмонией. Это выше среднемноголетнего уровня на 8%. С 21 января и до особого распоряжения в регионе введены карантинные мероприятия. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает, что при появлении симптомов заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача.